саженцы сосны обыкновенной мартом, медленно растущее карликовое дерево, высота и ширина кроны которого достигает 1 метра. Крупномер имеет форму шара с плотно прилегающими, густыми ветками. Хвоя имеет приятный сизо-голубой оттенок и игольчатую структуру. Посадку лучше всего производить на хорошо освещенном участке из-за привязанности растения к солнечному свету. Тип почвы должен быть нейтральным, без превышения параметров влажности. Навредить сосне может жизнь в черте города, ведь она плохо реагирует на загазованность, пыль, загрязненный воздух. Почва не должна быть засоленной или уплотненной. Сосна обыкновенная мартом – это многолетнее растение высотой 100 см. Дерево хвойное лучше всего подходит для японских садов и может достигать до 100 см в диаметре. Сосна прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола сосна обыкновенная мартом можно отнести к группе карликовые. Тип роста этого симпатичного растения – карликовый. Весенняя окраска листочков сизо-голубая. Сосна обыкновенная мартом имеет средний срок созревания. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.